Так, ну что, друзья, возвращаемся. Небольшие проблемки со Steam пофикшены. Моментально на пистолетный раунд второго тура сражения BO1 между коллективами Hate Maria и Дельфинчиками врываемся. Вот за что они ненавидят Марию. Бедная Мария. Сейчас бы взять и назваться «Ненавидим Марию». Смотрим, ладно, ножи у нас Hate Maria выиграли. В общем, пока что терпят бедствие за сильную сторону, тем не менее, на руках Юспы, и здесь даже молотов есть. Дальние дистанции не пытаются сокращать. Человек в кухне, человек на зигзаге. Двоих зачекали, третий, скорее всего, в доме, но по стрельбе просто-напросто товарищи, ненавидящие Марию, не вывозят. Вдвоем, втроих, раскомбинили их, причем спина в спине оказались. Если позиционочка против двоих им была более-менее понятна, то человек... В апартаментах сделал свое черное дело и так или иначе первый раунд забрали. Мираж, наконец-таки, родненький, начеркали для нон-про коллективов. Просто сладкое варенье по их умениям и скиллам играть. Неожиданный оверпас залетел в первом туре. Я думаю, дальше мы будем видеть преимущественно Мираж и кэш. Редко даст. Инферно, напомню, в нашем мапу нет. Вот не знаю, как тут черк шел, потому что ребята, похоже, не читали в первом туре регламент. Там инферно черкали. На белом глазу, но тем не менее. Смотрим, полный форс взлетает от коллектива Hate Maria. Кстати, муха-то вывозит потихонечку, двоих-то уже урабатывает. И вот побыстрее нужно стягиваться здесь с вину с точки А. Тем более, что бомба уже дропнута и находится в пленте. И есть один сильно каленый, можно с пистолета сделать ветер, если бы не... Что ж за ник? Майнига. Майнига-нига-нига. Ну вот... 50 патронов, P90 против... О, тем не менее, смотрите, с дигла-то заходит против MP7, один шот шарту. И если попадет, то форсик-то приплывет. Ну и понимая всю безысходность своего положения, Риц просто-напросто мечется по пленту, ему и бомбу поставить не дадут. И он не понимает, где его оппонент, с дигла не летит. Вот как... Как просто. Все отлично для Hate Maria. И вот сейчас бы не дигл, сейчас бы просто-напросто юст в руках был. И первая пулечка бы точно залетела. А так как армора не присутствовала, моментальный сбив прицела. Ну и стрельба по воробьям, похоже, что с дигла от последнего оставшегося Рица. И обидненький раунд. В общем, практически вытащили. Если бы была обратная ситуация, и Hate Maria вот так вот тащили против контров, это было бы круто. Сейчас экономики бы не присутствовало у дельфинов. Но та у них сохраняется и знают, что будут играть полностью против сливного раунда. Поэтому аккуратненький дымочек на закрытие дальней позиции. Но остальная расконтровочка уже на длинном поводке. Удается. Дается, только лишь Рид серьезно пострадал. Ну и легкий третий раунд даже с поставленной бомбой. А, не Мария, а Мания. Ну я слеповат, стар, сори. Мне больше нравится вариант Хейт Мария. Хейт Мания что-то не то. Предлагаю переименоваться. Множество чудных названий, на самом-то деле, присутствует. Я вот в аматорке Стреладера насмотрелся. На всяческих товарищей, там. Закуси пирожок, папина перхоть, мамины трудности или вожу в гости. Ну, такое, короче, названия могут любые быть. Мне вариант с Hate Maria нравится больше, чем с Hate Money. Ладно, смотрим, а полноценный девайсный, кстати, через ВП на миду пытаются открываться, Фьюз делает это... На 100% роль свою выполняет, ну вот атака как бы особо не рассчитывала на мидл, до сих пор не рассчитывает на какой-то шифрованный раунд, потому что бомба по-прежнему валяется в миду, и здесь скорее человек с ником Данин. Данин будет надеяться на открытие от своих тиммейтов, и дальше уже с бомбой будет переходить. Фьюз видел под собой.
видел и выцеливает, и отличная голова прострелом. Уже 5 в 3. Ну, не совсем, что ли, придуманный раунд атак. Играли так называемо до контакта, до минус. Непонятно, зачем открывались без дыма на старт, на мид. Сейчас даже... Сори, но я пролечу и посмотрю. Тут уже все равно последнему не сдобровать. Где у нас закрыли? Да, это дуэль АВП была. То есть тут, в принципе, расчет понятный, но опять-таки... Не совсем понял позицию своего оппонента, товарищ из дельфинчиков. И можно сказать, что раунд рассыпался после проигранной дуэли. Ну, смотрим, что будет дальше. В общем, не все так плохо. Уже 3 раунда есть за атаку. Единственное, что я бы попросил судьи, если меня слышат, скинуть, как черкались карты. Было бы замечательно узнать все-таки, за кем был последний выбор. Кто выбирал из двух карт. По этому моменту можно было бы какие-то идейки подкинуть. Но пока на теках. И опять-таки, непридуманный раунд. Не какие-то короткие дистанции выбирают. Тут даже через дым вываливаются на ближнюю дистанцию. Ну и сказка просто сладенький для шарта. Выходят двое, не понимающие, против чего и где они играют. Ну и вот, что делает атака? Не, ну хотя, в принципе, понятно, что они делали. То есть выходило звено через яму. Ну а бомба готовилась, скорее всего, ворваться через коннектор. Зная, что... Отлично, мне скинули. Данила Люлин черкнул трейн, знать бы еще, кто это. Олег Кузьминов минус кэш. Данила Люлин минус кобл. Непонятно, друзья, какие команды. Пишите. Так, ну тем не менее, смотрите, сопротивляется как может Риц со своего тека. Трофейный калаш у него будет, тиммейт за спиной сотый тоже есть, но не дойдет и ничем не поможет. Последняя позиция на Тетрисе очевидна, потому что не того, кого калили, убивали. И второй раунд для коллектива Хейтмания. Так, ну и смотрим, полноценные девайсы. Меня в первую очередь интересует АВП коллектива Дельфины. Team Dolphin. Ну, не дают им работать. В принципе, и респа была не по точку А, и через флешку в близкий чек не сыграл. Ну, такое какое-то слоняющееся. Даже не назвать его мерцающим АВП, потому что мерцающий — это все-таки полезное АВП, которое... На одной позиции делает фраг и потом уходит на вторую. Здесь без опоры на этот девайс, ну и тем более непонятно. Бьорн. Бьорн у нас 4 фрага. Вот в отличие от Фьюза. Фьюз отыгрывает довольно-таки четко свое окно и никому даже под себя пройти не дает. Комбинит вместе с тиммейтами из коннектора, и из атаки остается только лишь... Последний Майнига, который бомбу вроде как кому-то скинул, какому-то воображаемому тиммейту, который ее потом подберет и поставит на точку. Но здесь уже разговора о тачдауне не будет. И просто-напросто доигрыш раунда. Хотя, если попрут, если вот сейчас отрежет себе спину, зачекает и убьет СВ, если потом при выходе будет снимать человека-опорника на точке Б, который идет ему в лапы. Ну и смотрим, смотрим за СВ. Накалил и добил, да. Распилили на двоих вместе... Инфлеймсом. И третий раунд для себя взяли. Надо что-то придумывать в атаке. Господа судьи, поясните мне, кто выбирал Мираж. Ну, я так понимаю, что Данила Люлин — это Team Dolphin. И именно они, именно эти товарищи, которые сейчас играют за атаку, получается, выбирали из Даста и Миража, и выбрали именно эту карту. Ну и пока что сливной раунд. Тут задумка была с Пелосом и рампами. Выход вроде моментальный. Застать врасплох, поставить бомбу. Но расплохом даже и не пахло. Последний. Рэнс. Не, задумка была в другом. Четверых, точнее, пустили на... верную смерть на точку А, и, наверное, хотели всех стянуть. Но такие вот фейки тоже не работают, потому что в том бы случае работал, если бы хотя бы дефолт или фаербокс забирали и шли уже в пропуш сити спауна на дельфин, хотел сказать, на Делпана. Ну, надо было хотя бы какой-то килл давать, то есть забирать
позиции на точке А, тогда да, тогда, скорее всего, опорники с точки Б бы переметнулись. Но так как киллов абсолютно не было и на подходах закрывали выходящих, то все случилось плохо. Ну и вот тут невынужденную агрессию себе хейтмания позволяет. АВП Фьюза на этот раз не открывает этот самый мидл, играет четко на Делпане, а теперь за фаербоксом по проходящим на зигзаг. А вот его тиммейты непонятно, прежде всего для себя марапупу устроили, побежали, все и так было хорошо, раунды брались, почему бы не доигрывать вернички, но рассудили, что неожиданным будет поджим медла. Поджим медла оказался ожиданным, как раз таки проблемки у дельфинов возникали именно с этим медом, а тут на блюдечке с голубой каемочкой принесли эту позицию. Раньше приходилось выстреливать фьюза в окне, а теперь просто два человека прибежали, сказали, хотим быть мертвыми и холодными. Ну и их желание моментально выполнили. Последний. Атоша. Атоша против двоих. Видел одну позицию, застрелил, вторую сильно накалил, ну и тут надо догонять товарища. О-о-о, не допрыгивает. Ну и пойдет, похоже, что до конца. Выжимать, знает, что один в окне и правым ухом и глазом его контролит. Оттуда откидывается все, что есть. И вот теперь игра против одной позиции, но насколько сложно будет ее найти, если бы не флешка, прилетевшая с Делпана. Сам свою рассекречивает и умирает. Ну вот, невынужденная ошибка делают дельфины. Непонятно, зачем выходил из джангла, стрелялся, потому что тиммейт ничем не мог помочь. Играл в дальнюю позицию, уже на бомбу плейтаймил. И непонятно, зачем кинул флешку под эту самую флешку. Даже нельзя что сказать открывался. Там 2,5, а то и 3,5 секунды прошло после того, как закид ее был и только потом вышел. Ну, мог бы чекнуть, стрельнуть, уйти. Нет, решил стреляться до конца, думая, что играет против 100% позиции, но со стрельбой совладали. Дельфины и третий раунд... Ой, дельфины, говорю. Хейтмания и пятый раунд для себя берут. Игра на ошибочках. Минимум тактик, максимум ошибок. У кого их больше, те раунды и берут. Ну и даже подаренный, скажем, раунд, тем не менее, дельфины забрать в свою пользу не смогли. Так, ну и с разменом 2 в 1 здесь начинает атака, точнее 1 в 2. Опять-таки, играют довольно-таки прямолинейно, пытаясь открываться и просто-напросто перестреливать. Ни одного даже дедовского старинного раунда пока не было. Не с закидом точки А, хотя, в принципе, можно было из себя это выдавить. Но, тем не менее, со стрельбой все получше. Тут, по-моему, Фьюз будет супер MVP. Из 8 фрагов у него точно 5 open фрагов. Ну и вот сейчас 2 еще и в концовочке по добиванию с одним в энтри. 6-3. 6-3, но нельзя сказать, что для дельфинов, что как-то критически плохо. И если хотя бы 5 будут добирать, то довольно неплохой лузовый минимум с надеждой на камбэк во второй половине, если заберут пистолетные. Но вот если этого не будет, если остановится на 3, то печаль-тоска. Я думаю, что хейтмания не захотят отпускать. Опять-таки тот самый фьюз. Вот оппонент вроде бы на автоматической винтовке в очевидной ситуации на хорошей дистанции не перестреливает. А в прыжке фьюз очень четко отработал все вот эти вот мувы. Ну и смотрим опять-таки за ним. Проход за фаербокс, но укрепленные позиции. И молотов прилетает, и хаешки с той стороны, и дыма нет на Делпан. И попытка бороться с джанглом, который тоже просачивается, и с коннектором. В общем, со всех сторон проходили, один лишь только дымок положили. Решили, что самой опасной позицией будет являться как раз-таки джангл, где стоит фьюз. Да, оправдано, но вот пропушили, видели, в Делпан остановились и... Перестрелка с коннектором дает время Делпану просто-напросто застрел по двоим в ухо сделать. 7-3. Раунд до взятия первой половины. Остается в 2 ВП теперь хейтмания отыгрывает. Inflames себе этот девайс обретает. Ну и пробегающего убивает. Фьюз. Попал, похоже, что прострелом. Да, и со второй попытки закрывает. Ну и как-то здесь дельфины разваливаются. Все, пошла паника. Ну, хотя вот я такого ничего необычного не вижу. Абсолютно. То есть топорные, банальнейшие, приправленные еще серьезной порцией банальности раунды в попытке на стрельбу. Даже
Даже особо ничего интересного по позиционочке. Тупо парни расправляются в open позициях и, собственно, все. Так, ну и вдвоем. С АВП и сильно каленным у Ридза калашом. Кстати, очень знакомый ник Ридз. Где-то я его уже видел. Ринс, Ридз. Что-то как-то изи. Ну, пока счет не разгромный, скажем так. Я не знаю, зачем здесь... Оу! Зачем здесь нужно психовать? Кстати, высекает рифлера и сильно каленого. Вот АВП оставляют живых. Ну и Данин пытается все-таки побороться. Хотя не самая удобная ситуация бороться с АВП на такой узкой короткой дистанции, имея еще и оппонента в спине, и на эту самую спину нервно оборачиваясь. Ну, маринуют. Маринуют, как хороший огурец, перед тем, как употребить. Дожидаются окончания времени, выпад, и минус АВП, минус Данин. Все печали и трудности для него в этом раунде. Первая половина. Хейтмания забирают. Так, у нас, кстати, в первом туре завязалась одна довольно-таки кровопролитная битва. Quality и Фрагарет аж доборолись до счета 19-22, я так понимаю, в пользу... Не понимаю я, в чью пользу. Тут непонятный скрин. В пользу, похоже, Фрагарет. Да, Фрагарет 22-19, выигрывают Quality и проходят следующий тур. Самая упорная борьба, практически 2 часа сражались товарищи. Видимо, там и паузы были. Ну и полностью сливной раунд у нас. Вот. Дельфинов в попытке, скорее всего, сделать уже полноценный бай и зацепиться за возможные... Ну, чем тут пахнет? Только 5 раундов. Проскок. Проскок и реализация постановки бомбы хромает. Очень четко отрабатывает Inflames. Любимая позиция Сизда. Последнее время даже с ВП под окном, но вот в эту самую позицию выпрыгивающие из окна. Во-первых, не смотрели, а во-вторых, не дали молниеносной инфы тиммейту, который через плато на машину выходил. То есть, ну, пренебрежительно отнеслись к человеку под окном. То ли просто промолчали, и, в общем, в одно лицо Inflame закрывает всю точку Б. Ну вот опять... Опять-таки быстрые тайминги, опять-таки выход на стрельбу. Правда, здесь все довольно-таки неплохо получается, потому что Авик 2 раза промахнулся, 1 раз попал. И последний Inflames, тот самый опорник точки Б, остается на разборке с 4. 3 АВП и калашом, у которого нет ХП. Ну и похоже, что верничком здесь пахнет. Ту! Сейчас бы ноузум сделать. Так, ну и пошли Inflames обходить. Задавил Каленова, на второго выходит, не попадает, опять-таки. Ну и забирают его. Четвертый раунд довольно плотный получился. Совсем психанули, совсем зарейджили по таймингу дельфины, и это приносит им положительный результат в виде забранного раунда. Плюс девайсом им достается второй АВП, и посмотрим, как через это АВП они сыграют. Так, ну смотрите, теперь через флешку открывается АВП, получает по ногам. Второе контролит коннектор. Ну и связка из 2 АВП. Такая себе, конечно, связка. О, забыл нажать выстрелить. Прицелиться не забыл в полном блайнде. Минус Майнига. Ну вот второе АВП по-прежнему живо, но на контакты никто не выходит. Кроме окна. И, кстати, не через АВП. Это самое окно делает невынужденный килл. Эх. Сейчас бы на Мираже в атаке играть с 2 АВП. Ну, вот, знаете, пословица или поговорка «жадность фрая разгубила», ну, я не знаю. Ну, не, ну, как бы, если есть команда, во-первых, если это команда, если есть какой-нибудь второй универсал в довесок к первому мейн АВП, то, в принципе, ситуация неплохая. Но вот как они разрулили ее, то есть 2 АВП и оба пошли на мид. Конечно, не совсем законно. Но тем не менее, Бьорн отыгрывает уже просто-напросто на отстрел. Позицию свою палит, включает режим туриста. И вопрос только лишь в том, состоит, пойдут ли его закрывать, выбивать из него, как из Буратино, деньги, или же оставят в живых это самое АВП на следующий раунд. Но тут
экономика такова, что будет бай на последний раунд. Причем будет довольно-таки неплохой, если засейвит этот самый АВП Бьорн. И нужно за ним идти. Идет Атоша. Атоша дуэль не выигрывает. Сопротивляется довольно-таки неплохо. Бьорн, понимая, что АВП-то в следующий раунд надо выносить, и по одному решили выбивать. Только Атоша осмелел до состояния наглости, но был закрыт. Ну и 10-4, то, о чем я говорил, скорее всего, здесь, если и будет какой-то счет, то именно 10-5 позволит Хейтмания своим оппонентам взять. Так, АВП, два калаша и тег с глоком. Тут... Нет, все-таки тег покупает Риц, потому что, ну, совсем как-то... Совсем как-то непонятно, кстати, ему еще и передропывают калашников, тогда непонятно, зачем он тег покупал. По пикселю не попадает фьюз, это, по-моему, первая ошибка в открытии на дуэль на entry kill, когда у него рука дернулась и когда он раунд своей прекрасной стрельбой не открывает. Ну и по этому моменту точка А-то отдается, потому что Делпан не решил идти в близкую дуэль, а на пропрыге на ящик возле будочки отдается. И вдвоем шорт закрывает... СВ закрывает спину. Шорт будет ждать поддержки своего тиммейта. Так, спина работает. СВ первую голову ставит. Туда пошли сейвиться. СВ уже минус 2. По этому моменту понимает шорт, что можно выходить, абсолютно не стесняясь. Уже есть открытое пространство. Диффузит бомбу. Накидывается дымочек на эту бомбу. Сильно колет на коврах. Его убивает СВ. И бомба раздиффужена. 11-4. Хейтмания. Жестко. Он вандал, а не инфлеймс. Ну окей, вандал. Сложно незнакомые ники, на самом деле, в первый раз читать. Но вот отличная команда у дельфинов. У всех приставочка тега команды, и потом коротенькие и понятные ники. Ну вот кроме диджея Майнига, диджея. Здесь немного больше разнобой. Так, ну и ждем мы. Ждем мы пистолетного раунда второй половины, который будет критически важным для дельфинов. Да, переходят за сильную сторону, но все-таки... Все-таки какую-то часть рандома этот раунд имеет, неважно, за какую сторону вы играете. Тем более, что сами-то дельфины свой пистолетный раунд взяли в первой половине. А то вот дальше начались уже проблемки на полноценном оружейном и шедевральной серии взятых четких раундов от коллектива Хейтмания. Ну, поэтому четкие 50 на 50. И вопрос в том, будет ли это придуманный раунд от Хейтмании или все-таки в уверенности... дающий им, которую дает им первая половина, именно в запасе тех раундов, которые они взяли, и просто-напросто как-то не совсем дисциплинированно к нему отнесутся. Ну вот, пока делают раунд, где трое будут фейковать, но тут, смотрите, Бьорн выходит, умирает, понимает, что бомба в засвете на точке Б, надо перетягиваться, абсолютно нечего делать на А, даже отпускать просто людей, которые там еще присутствуют в количестве двух человек. Но это грозит тем, что просто-напросто звено точки А зайдет в спину. Ну да, раскомбинили, Риц последний, у дельфинов серьезные проблемки. Сейчас счет, скорее всего, станет 12-4. И тут даже не понимает Риц, куда ему вертеться, и в спине у него... Ну вот только теперь отстреливает, а чекнет ли себе право. А право придет само, и право накажет, и это был шорт. 12-4, Хейтмания берут пистолетный раунд, в отличие от первого, который они отдали. Ну и можно сказать, что у нас команды разменялись, и те, и другие взяли за атаку. Но с тем запасом раундов у Хейтмании, конечно, это плохие новости для дельфинов, будет тащить. Еще сложнее, делают полный форс, хотя кто-то делает, кто-то пока что не делает. Непонятно, то ли разошлись во мнениях, то ли поругались, и, ну вот, Риц себе абсолютно ничего не покупает, Данин, как бы, особо тоже, кто-то с арморами с тяжелыми, кто-то вот с пистолетами, ну, посмотрим, как здесь все будет. Засада на точке Б, правда, абсолютно не работает, и Данину удачи,
Потому что бригада большинства выдвинулась уже на поиски его тела и души. И похоже, что халявные 600 баксов для Тоши, чему он несказанно рад, залетели. 13-4. Где будет машина, так это вот, я думаю, в этой игре. Потому что пару нервных фразочек все-таки дельфины кинули уже в чат. Там типа «Демо! Демо в студию!» Ну, не знаю, я вот ничего такого не вижу у Hate Money. Довольно уверенная игра, с хорошим ЭВП. Через него работа была целиком и полностью проделана, удачная в первой половине. И большинство раундов именно за счет товарища Фьюза вывозили эти ребята. Эх, ну и один только лишь такой клатч был. Крутой, что можно вспомнить. Шорт ССВ, когда закрывали раунд, это был последний. А, нет, два клатча получилось в первой половине. И по моральной составляющей один из них первый ударил. 14-4. Деньги теперь появляются у господ из коллектива под названием «Дельфины». Но не факт, что еще этот раунд и зайдет. Две юмпишки не меняют девайсы. Остаются Вандал и Атоша на них. Ну и новую сбривают. Не самая большая потеря для коллектива «Дельфины». Остаются самые жесткие и тяжелые девайсы. 4 эмочки. И здесь можно будет еще попытаться и подцепляться за этот раунд. И вопрос в том, что придумали Hate Money. Ну, они контактно играют. Во-первых, понимая, против чего они играют. Потому что Данин, по-моему, даже выстрелить не успел. Не среагировал. Ну, вот, не знаю, видели ли, что он с новой был, или и дало ли это хоть какое-то понимание. Ну, и послонявшись немножечко по карте, Hate Money делают раскидной раунд на точку Б. Флешечка, дым. Дым ложится на головы. Ну, и ждем перетяжки, когда же все-таки поймут дельфины, что у них сейчас будет страдать точка А. Смотрите, засада на ниндзя есть, пока ее никто не прочекал. Чекают, убивают, оставляют 12 хп своему оппоненту Ридс, но и Ринс не работает. Вроде как бы перекрестный огонь образовали. Не совсем удобно было из-за дымов Ринзу помогать со стерза. И по этому моменту, скорее всего, раунд здесь будет отдаваться. Это матчпоинт для коллектива Hate Money. Далекая трудная работа. 15-4. Так, у нас какая-то пауза залетела. Пауза от дельфинов. Последняя попытка, похоже, что... Ну, как-то остыть, наверное. Нет. Просто проблемы технического характера. Ну, и, в общем, на пользу, я думаю, должна эта штука зайти. Абсолютно не брали тайм-аута, хотя можно было это сделать. По неудачному пистолетному раунду, затем проведенным сливным, перед девайсом, несмотря на то, что играют за сторону защиты, и вроде бы все очевидно и понятно, как стоять, просто и стрелять, и хелповать, но... Если не обсудить, то просто, вот, еще раз повторюсь, остыть и отдохнуть стоило бы дельфинам, но решили марафоном без перерывов играть, и вот только теперь технические проблемы, возникшие у их коллектива, дают им время подумать, пообщаться, или же просто подышать, просто помолчать. Друзья, напомню, что помимо этой игры еще будет сегодня... На стриме один из полуфиналов, второй будет идти параллельно. И на этом на сегодня все. Финал завтра, следите за новостями в группе по адресу vk.com/onemomentgame. Появится информация, договоримся с финалистами по факту окончания двух полуфиналов, во сколько им удобно, будем и от этого тоже отталкиваться. И завтрашний финал будет у нас на ставках, информацию об этом тоже в этой самой группе можно будет найти. Ну и хочется выразить отдельную благодарность сайту торговой площадки скинов CSGO PlayPay за поддержку этого турнира. Ссылочками вам должен модератор спамить в чат. Комиссия, кстати, меньше там, чем на всем известном сайте торговой площадки, где можно за реальные деньги продать или купить свои скины, поэтому переходите, опять-таки, продавайте, покупайте. Там комиссия, насколько я знаю,
всего лишь 5%. То есть изич. И скинцы дешевые. Ну и довольно-таки неплохой уже ассортимент. Несмотря на то, что сайт не так давно открылся, ну и в скором будущем я там обещал сделать обзор этому сайту, сделаю, положу по нему, сам что-нибудь продам, куплю, опробую и выложу видео, опять-таки, в группу vk.com/onemomentgames, сможете и там его найти. Такие вот дела. Ну и меня выкидывает просто-напросто отлично сервера. Это говорит нам о том, что 16-й раунд коллектив HateMania взяли, демка закончилась, с чем мы, собственно, и поздравляем. Замечательное GoTV, привет Гейбу. Друзья, уйдем на небольшенькую паузу, дальше полуфинал, не знаю, кого будем смотреть, какую из пар, ну, которая будет ближе, скорее всего, с участием одного из этих коллективов, то есть HateMania и им каких-то соперников. Пока. Отдыхайте, слушайте музыку, далеко не разбегайтесь. Ссылочки в чате есть на два конкурса. Сегодня один от Kinguin, розыгрыш АВП Азимов для зрителей трансляции будет после полуфинала. И завтра от рулетки ksumg.pro эмочка HyperBeast. Конкурс репостов, но для тех, кто находится на стриме. Всем желаю удачи, репостите, подписывайтесь в группу Kinguin Россия ВКонтакте и, возможно, сегодня вы станете богаче на один АВП Азимов, сам участвую, сам репостнул. Уходим на паузу и вернемся, когда будет готов полуфинал. Пока немного музыки, отдохните.